В медицине донорская кровь – одно из обязательных условий выздоровления людей, страдающих различными заболеваниями. Ее наличие – важнейшая гарантия своевременного оказания помощи. Поэтому пополнение ее запасов во время проведения акций, таких как эта, она называется «Щелково за здоровый образ жизни», важная часть общей работы сотрудников станции переливания крови. За месяц сюда приходит около 700 доноров, а в дни проведения акции здесь особенно много желающих оказать помощь людям, которые в этом нуждаются. Для меня это больше всего как долг, долг своей стране. Почему бы и нет? И я знаю, что для детишек эта кровь пойдет, и для взрослых, и для детей, которые болеют раком. Почему бы и нет? Не жалко своей крови. Сотрудники станции переливания крови проводят большую разъяснительную работу на предприятиях и в учреждениях, где стремятся донести до всех, кто хотел бы стать донором, несколько обязательных правил. За сутки перед сдачей крови нельзя употреблять алкоголь, острую, жирную, соленую пищу. За час до прихода на станцию необходимо ограничить себя в курении. А если пришлось много работать и тем более в ночную смену, то этот день донора лучше пропустить. Но в любом случае здесь, на станции, каждого желающего сдать кровь внимательно проверяют. Допуск зависит от целого ряда показателей, связанных с перенесенными ранее инфекционными заболеваниями, с состоянием здоровья в настоящее время. Доноры делятся на несколько категорий. Это доноры-родственники, которые в основном сдают для своих близких. А есть доноры, которые приходят с целью получить дни отгула, которые предоставлен трудовым кодексом. И есть еще доноры, они называются кадровыми донорами, и мы стремимся к тому, чтобы их стало больше. Это доноры, которые приходят с единственной целью – помочь другим. Безвозмездно. Участвуют в пропаганде донорского движения и дети. Вот и сегодня их поделки из бумаги и картона, предназначенные для энтузиастов, которые пришли сдавать кровь, радуют глаз ярким цветом, занимательными решениями. Наш детский сад активно принимает участие в днях донора, которые проходят непосредственно в нашем Щелковском районе и также за пределами. То есть также и когда у нас день донора по всей России, все дети привлекаются к тому, чтобы сделать поделки донорам, которые приходят на станцию переливания крови. У доброты человеческой есть и совершенно конкретное фактическое измерение. Ежегодно Щелковская станция переливания крови собирает и передает в медицинские учреждения около 3 тонн донорской крови. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.